Здравствуйте, я Виктор Шен, начальник медицинской службы «Газпром Добыча Ямбург». За 40 секунд я расскажу вам, как правильно пользоваться медицинской маской. Маска нужна всегда, когда рядом есть другие люди. Особенно она нужна, когда вы находитесь в общественном месте. Надевается она только чистыми руками. Обязательно нужно стороной к лицу, обычно она более светлая. Маска должна сидеть так, чтобы рот и особенно нос были плотно прикрыты. Когда носите маску, не трогайте ее. Если потрогали, не касайтесь глаз, это небезопасно. Одноразовую маску используйте только один раз. Снимайте ее за тесемки, старайтесь при этом не касаться фильтрующей поверхности. Сняли, выкиньте ее без сожаления и помойте руки с мылом. Берегите себя, близких и коллег. Будьте здоровы!